Следующий враг человека называется иллюзия. Этот враг человека вам знаком, вы его часто встречали. Это пьянство, наркомания, азартные игры. Это то, что разрушает жизнь человека. Человек думает, что он будет счастлив, если он будет это употреблять. Он действительно становится счастливым. Эта иллюзия означает, что человек действительно становится счастливым. Но это счастье, оно связано с духами, с демоническими силами. То есть, смотрите, есть такие веселящие духи, что они делают? Они человеку дают счастье взамен на его волю. Фактически мы сами своей волей должны делать себя счастливыми. Мы должны служить другим, радоваться природе, аскезы совершать, совершать пожертвования и так далее. И тогда мы становимся счастливыми благодаря тому, что мы отдаем себя кому-то. Так человек должен быть счастливым. В природе отдал себя, получил силы для здоровья. Отдал себя людям, получил социальные силы. Отдал себя Богу, преодолел трудности в жизни. Все. Но если человек не хочет это все делать, а хочет быть счастливым, тогда он заключает договор с веселящим духом. Он что-то выпивает или курит, или что-то колет себе. И сразу хорошо. И что делать не надо? Аса! И все, супер, отлично! Танцуем и поем. Но когда веселящий дух заканчивает свое действие, человек чувствует очень сильно плохо ему. Отвращение к жизни, неприязнь, ему плохо. Он думает, потому что, наверное, похмелье. Нет, потому что ты вошел в реальность. И эта реальность стала еще хуже для тебя, потому что это грех отказываться от своей реальности. Ты должен принять свой крест. Человек, наоборот, должен стать настолько трезвым в жизни, что он должен принять всю свою судьбу, и тогда он становится счастливым. А если человек уходит под влияние веселящего духа, тогда он от креста своего отказывается. В результате еще хуже становится. В результате жизнь еще хуже становится, и человек начинает все больше страдать от того, что он боится посмотреть в глаза своей совести. Мои хорошие, ни капельки спиртного, ни капельки, ни по праздникам, никогда. Потому что когда вы по праздникам употребляете, никакой зависимости большой у вас нет. Вы думаете, да классно, что я выпил чуть-чуть, и все, никакой зависимости у меня нет. Поймите, что зависимость начинается не в это время. Она начинается тогда, когда время забирает у вас счастье. Когда наступает тяжелый период жизни, а у вас функция победы над судьбой уже утратилась благодаря тому, что ее забрал дух. И у вас ничего не остается делать, как пить, а время не делает вас счастливее, значит опять пить. Время опять не делает счастливее, опять пить, не делает счастливее, опять пить. Потому что когда человек пьет, у него плохой период проходит, завтра стало лучше, и он не пьет уже. Он пьет только на спадах. А бывают спады длительные, это называется запой. Понимаете, он пьет и ничего не кончается, все плохо и плохо, он опять пьет. И он думал, что он не пьяница, а оказался пьяницей. Почему? Потому что пьяница — это не тот, кто запои пьет, а тот, кто не может сам делать себя счастливыми. А запой — это вопрос только времени, понимаете? Поэтому, мои хорошие, ни капельки нельзя. Никаких праздников со спиртным, никаких праздников со спиртным. Это цель. Понятно, что у вас сразу не получится, но эта цель, поставьте ее, придет время, и вы бросите это все, вам не надо будет. Я пострадавший, реально пострадавший человек от этого всего. Я никогда в жизни ни капли не пил, потому что за меня выпили все мои родственники. Бабушка с дедушкой по отцовской линии погибли от пьянства. Бабушка по материнской линии погибла от пьянства. Отец тоже сильно пострадал от пьянства. Я за него много молился. В конце своей жизни он перестал пить и раскаивался сильно за то, что он делал всю жизнь. Брат отца погиб от пьянства. Страшно. Всех покосило. Один дедушка по материнской линии не пил. Дедушка по материнской линии не пил. И мама не пила моя. Еврейские крови сработали.
Так вот. Разумные крови. Это правда. Итак, иллюзия — страшная сила. Она массируется сейчас везде. Все хорошо, все классно. Можно выпивать, можно курить. Все разрешено. Реклама идет. Мы не защищены от этой штуки. Будьте осторожны. Везде, по телевизору, давай закурим, товарищ по одной. Давай закурим, товарищ мой. Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей. Выпьем с горя, где же кружка? Сердцу будет веселее. Классика. Понимаете, эта классика приводит нас к страшной жизни, страшной вещи. Я вам открою одну тайну. Вы ее можете сами посмотреть потом. Сами проведите этот эксперимент, который я провел. Я на основе вед это сделал. Потому что в ведах написано, что глаза человека, который полностью опьянен, его психика, его ум ничем не отличается от ума животного. Я взял, сфотографировал глаза просто обычной собаки и сфотографировал глаза человека в глубоком алкогольном опьянении. Взгляд один в один. Попробуйте, посмотрите. Увидите интересное, много интересного узнаете. Оказывается, человек, который пьет и пьет, и пьет, и пьет, и пьет, он готовит себя просто к животной форме жизни. Это означает, что он не принял человеческое рождение, не принял свой крест и хочет жить в животном теле. Знаете, что животное тело предназначено для счастья. Поэтому нам собачки и кошечки так нравятся, потому что они испытывают только счастье в жизни, и все. Они как дети. Дети тоже испытывают только счастье. Но человек не для счастья рожден, а для аскезы, для победы над своей судьбой. Поэтому нам дан разум, мы разумные существа. Мы должны брать свой крест, нести его и побеждать свою судьбу. А если человек пьет и пьет, значит, в следующей жизни будет животным. Он будет испытывать счастье, вилять хвостом, радоваться всем. Но разума у него уже не будет. Разум получают редкие души. Много животных форм жизни, человеческих очень мало. Поэтому, мои хорошие, воспользуйтесь своей человеческой формой жизни. Ни в коем случае не пейте, ни в коем случае. Не соглашайтесь с тем, что мы должны отказаться от человеческой формы жизни. Не соглашайтесь с этим. Нам не нужно счастье такой дешевой ценой. Только ценой победы над собой нам нужно счастье. Все, нет вариантов.